Мы сейчас туда поедем. Собака не понимает, как, почему дом едет. Сейчас я на ровное встану вот сюда. А зачем они сюда-то, Ген, не надо. Сейчас я на ровное встану, на сани положу. Я думаю, что случилось, блин. Где-то повезли. Ой, а, я все повезли. Ветки мы, ребят, забыли. Лунки отмечать. Сейчас будем пробовать пройти это все. О, блин. А? Не, мы-то спрыгнем, я за санки переживаю. Так они себя поведут. Вот, днище проверили. Надеюсь, на банане-то там нет таких торосов. Вот такая у нас получается палатка. Одного налима мы уже поймали. Снимали на ту камеру. Ну, сейчас поймаем следующего, покажем вам. Да не проблема. Мы довольны. Налим есть, значит. Будем ловить. У нас, правда, вода. Мы чуть-чуть сглупили, взяли и убрали снег тогда. Надо было его, конечно, оставить. Сейчас бы была какая-нибудь кашица, но нет. Вот это ужас. Завтра переедем, сегодня уже не хотим, просто переедем на 2-3 метра в сторону. Будем ловить. Сейчас привет Мишка, Мишка ставит постовухи. У нас дует вибаста, горячий воздух. То есть постоянно поддается тепло. Сюда. В вездеходе тоже плюс 24 сейчас. То есть обогревается и вездеход, и обогревается и палатка. Палатку я сейчас чуть-чуть проветривал. О, ребят, Мишка пришел. Я поставил поставушки. Я буду. Не то, что давеча, да? Да. Сейчас он будет наконец-то рыбу ловить. Зафигеть, что я занимался. Да, теперь наконец-то будет ловить рыбу. Надо добавить тепла. Все, поехали. Да, да. Да. Снег, снег, снежок. Белая метелица. У меня на лимпе льет. Только мне не верится. Пошел тепло. Ну что, Мишань? Пошло тепло. Пошло тепло, да? Да, хорошо. Это самое, рыба есть? В канах есть. Лимон. Вот. Во. Налим. Мишка достал налим. Ага. Я тоже мощный. Первый налим. Я тоже мощный рыбак. Свет у нас в лужу упал. Налим обкакался. Какай. Какай? Да, какай. Икра лезет. Икра лезет. Какай. Какай лезет. Я бы тоже на его месте какал бы, наверное. Как он
по купону. Фу. Он купоны еще и напухал тут там немного. Ну и только немного. А ну засранец. О, о какой. Сейчас он у тебя удерет. Он сейчас меня мешок дам. Обкакает. Ты меня обкакает, он тебя обсерит. Давай. Мы видим мешок. Мешок надо. О, у нас уже два на нем. Хорошо. Еще бы, конечно, хорошо. Блин, теперь как из этих лодок пить? Что не то слово? Шоколадку не дам. Сам съем. Не пойдет. Какое-то динамичное занятие у вас нажимать. А? Какое-то динамичное занятие у вас нажимать. Сидишь вот так, сколько раз поднял. Не дай бог ошибешься. Все на отмашку. Что по новому? Заново считать. Да. Заново считать. Рекомендую. Так, и повис. Давай. Оп, опа, есть, есть, есть. Ха-ха, Мишки, аж... лицо, лицо, посмотрите, ребят, на 360, посмотрите, какое лицо у Мишки было в этот момент. Ни одной жилки, ни нос. Какой этого, как его? Инсультника, ёлки. Не, он как Сталлоне улыбаться стал. Да, хорошо приложился аж. О! Опа! Есть! Блин, ушел! Да что ты будешь делать, а? Серьезно, мой хороший. Маленький. Да, хороший вообще. Дук-дук-дук-дук, кто-то меня ждет. Так быстро. Он ваш. Так, была у нас вот такая блесна вида пердушка. Сейчас мы поставим. Блесну пердушку. Раскрылся. Вот это да, вот это я, вот это молодец. Смотрите, какого крокодила поймал-то, а? О, самый жирный у нас за сегодня. Да, Мишка? Ну, радость. Хорошо. Хорош, а хорош. Давай спать, пойдем давай спать, пожрём еще что-нибудь. Миш, на кусочки рыбы берет тоже. Ой, сейчас я тоже кусочек куда повешу. А ты говоришь, я Лёгкий, не удрал бы. Давай на всякий случай такой заткнул свою. Дай-ка я этот самый экстрактор. Да, пожалуйста. Сейчас, подожди. Он хорошо зацепился, я его ножичком прям сниму сейчас. Такой, килограмма 2,5 минуты. Два. 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 Как он зацепился, как он прокололся. А, это ус. Эти не делайся. Нет, это не ус. Нифига он тут прокололся. О, видишь? Через губу. Слушай, давай ты вот надо в другую сторону снимать. Да, все, все. Опусти их страх. Все, все, все. Не за то, что нет, схватился. Все. Вот. Я тебя уплыву.
меня уже один так уплыл. Иди нафиг. Иди, Дима, в тот бассейн. О, вот так. Вот давай. Вот, греби, 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 тебе сейчас повезет. Ты правильно к мешку плывешь. К мешку плывешь, все верно. Хорово. О, ребятки, какой крокодильчик у меня взял. Чем глубже ночь, тем больше партизаны. Да. Пусть реже, но больше. Так, ладно. Мишучек подвернуть. Мишка воодушевился сразу. Да, это вот тут он меня только что клевал, этот малин. Лужа у нас, ребят, мощная здесь в палатке. Куда-то переставим на занос между, на нос. А? Там будет покушать. Угу. Это все по неопытности, мы просто с палаткой еще не ездили. Нормально. Был таки один раз. Был один раз тоже по неопытности. У нас тогда вездехода не было никакого, на машине поехали. Мороз был где-то минус 15, да? Да. Вот. Приехали мы. Ой, как мы. Ну, приехали на машине. Волокуши на строе было. Волокуши у нас столько всякого барахла было, что волокуши вот такой высоты были. От пола. Огромные. Мы их еле втроем перли. Метров 500, наверное. По льду, который смотрели перед собой пешней. Да. Приехали, поставили палатку, все. Обогреватель газовый. Как раз год был, только-только мороз ударили. Мы... К вечеру минус 27. У нас палатка вот так до потолка белая вся. Замерзла нафиг. Мы ее еле складывали. Хорошо, Мишка не выпил тогда. А мы-то что, за рыбалочку, по писюрику? Или приняли мы решение валить-ка домой, ничего не ловится нафиг. Мы, короче, опять кое-как это все доперли. Короче, поездка у нас была вообще бомба просто. Больше мы с палаткой не ездили. Зашибательски, у меня вид, я рыбу ловлю, смотри. Видели, Мишка, как рыбу ловит? Миш, это удочку пошевели. Боюсь. У меня вот так вот ловится. Я бью рекорды. У меня очередной налим и такой неплохой. Чувствуется прямо. Тянется прям как половая тряпка, швабра школьная. Тихо. На следующий день. О. Ребятки. Сегодня день был вообще огонь. А предыдущий день был просто бомба. Бомбогонь у нас, короче. Да. Уже который день. Гена был настолько гостеприимен, что я сегодня лег в 7 утра. Я встал в 12, а Миша чуть раньше, 4 лег. Я сказал, мужики, я больше не могу выдержать этот марафон и пошел спать. Да, марафон заключался в поедании сига. Гена нам его и на оладьи мазал. Ничего так с ним не делал. У меня резервуар был переполнен. Целая бочка сига была. Мы его жрали. Молоком, кстати, запивали. Ничего. Нет, там еще конденсат был. Конденсата был немножко. Главный был сиг. Да. Мишка-то наконденсатился, да? Ну, конечно. Давай ты мне конденсаторщика делаешь. Ой, ребят, все, мы будем отдыхать. В общем, ну что, первый день, ну такой нормальный. Я думаю, мы килограмм 8 налимчика поймали. Ну, и, учитывая то, что если мы в 4 приехали, то и ловился он там часов до 9. Вяленько так ловился. Ну ничего, нормально, я думаю, наловим налима. Лично привезем. Завтра постовухи, думаю, отстреляются хорошо. Еще раз ставим постовухи. Думаю, будет. Я надеюсь, что завтра у нас будет спокойный, нормальный. Да. Нормальный ходевой рыбалки. А то у нас все время беговая рыбалка получается. Да. Но
все, бегом, бегом туда, бегом, бегом сюда. Так, быстро, ловим, 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 собираем, собираем, собираем. Обедаем, обедаем, обедаем. Ловим, 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 ловим. Спать, нет, не спать. Ловим, 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 ловим. Ужинаем, нет, не ужинаем, ловим, ловим. Ловим, 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 ловим. А, жрать хочется. Не, потом уже ловим. Бесит все. Ловим, 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 ловим. Надоело это рыбалка. Так, едим, 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 едим. Ловим, 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 ловим. Что, уже утро, что ли, да? Так, ловим, 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 ловим. Так, завтрак. Короче, все, мишку. Остапа понесло.